Эй, изгои, обочина человеческой цивилизации или русское варварское поле. Скажу вам пару слов. Не особо надеюсь, что вы их понимаете, потому что русский язык для вас это terra incognita, и, конечно же, вы на нем разговаривать не умеете. Но тем не менее, вот пожелайте себе немножко коллективного ума, чтобы осознать, какая же вы все-таки мерзость. И почему вы должны проиграть, и почему вы такое ничтожество, вторглись на чужую территорию, унижаете других людей и думаете, что это пройдет бесследно. Хотя нет, это тяжело для вас. Коллективный ум для людей, которые являются, по сути, безмозговыми существами на двух ногах. Хорошо, ну, может быть, хотя бы вы посмотрите в зеркала на себя, чтобы увидеть там лица. Какие лица? Морды со скалами вурдалаков, которые просто приходят кого-то вырезать тотально. Потому что вы только так умеете жить, грабить и вырезать людей. Хотя о чем я? Какие зеркала? Для того, чтобы посмотреть зеркало, его нужно для вам. Вам нужно сначала его украсть. Правильно? Просто прийти, убить пол села, расстрелять прямой наводкой, а потом украсть, чтобы что-то было дома. У нищих всегда отсутствует все, потому что они нищие. Тогда, может быть, я лично пожелаю вам замолчать. Может, просто даже вы заткнетесь и подождете, пока человечество придумает искусственный интеллект и оттестирует его. Искусственный интеллект, который будет в свое время думать вместо вас. Иначе, вы всегда будете такими, как вы есть. Подождите, человечество все-таки поможет вам, болезным, как-то справиться с вот этой внутренней ненавистью. Хотя, с другой стороны, а зачем? Вы знаете, что будет? Будет очень просто все. Мы в любом случае дойдем до правильного финала. Мы в любом случае возьмем вас в полном объеме за ваши, скажем так, странные уши, посадим на скамью подсудимых, или даже не, простите, на скамью прокаженных 21 века, чтобы там вы сидели на глазах всего мира и стонали, прося о пощаде за то, что вы такое нелепое племя приходит на чужие земли для того, чтобы гадить, убивать и разрушать. Неудачи вам в 23-м. Мы эту неудачу гарантируем.